Добрый вечер, дорогие друзья. Честно говоря, не собирался даже никакого обращения снимать, но не могу просто-напросто. Вот разрывает. Вот только пошел в церковь, благодатный огонь взял, пришел домой и узнаю, что Пашинян взял, отправил миротворцев армянских в Казахстан для того, чтобы там что-то там успокоить. Я могу сказать следующее, что последний раз, когда он в Сирию взял, отправил людей, наших миротворцев, к нам в Арцах пришли воевать сирийские боевики, наемники. Он теперь хочет, чтобы как только война начнется после открытия дороги через Мегри за Армению, чтобы теперь казахские наемники пришли против Армении воевать. Я не могу понять, у него вообще с головой все нормально или нет? Он вообще о чем думает, когда такие вещи делает? Мы себе врагов наживаем, я не могу понять. И так сейчас Запад осуществляет Туран, проводя в Казахстане вот эти все мероприятия. Чего, о чем я уже давно говорил, что процесс Турана начинается. Сейчас дорогу через Мегри дадут и все, война начнется в Армении. Начнут наш народ уничтожать. А эти лжецы мне сегодня говорят, что даже из Арцаха, оказывается, флаги не сняли. Вы понимаете? Ложь продолжают распространять. Ну как вы можете этому терпеть? Я не могу понять. Армянский народ, что с вами? Очнитесь! Вы и свои жизни потеряете, и родину потеряете. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.